великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы, весь священнический, диаконский, монашеский чин, братья и прихожие святого храма сего, благотворители, благоукрасители, жертвователи святого храма сего, труждающихся, поющих по святым храме всем, вас и всех православных христиан. И вас. Да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.